Добрый день, меня зовут Вячеслав Ланкин, я член Bartender Brothers и совладелец бара «Деликатес». Многие из вас знают, как я люблю бурбон. Бурбон – это многогранный напиток, основа классических коктейлей и материал для творчества. Например, для своего Педро Манхэттена я использовал Wild Turkey 101. Да, я делал коктейль для взрослых людей, которые любят крепкое и сладкое. Я с радостью приглашаю вас принять участие в конкурсе Wild Turkey Jazz. Вы должны сделать один свой коктейль, посвятить его легенде джаза, собрать больше всего лайков, попасть в финал, выиграть и поехать в Новый Орлеан. Город, где пересекается джаз и коктейли. И, может быть, передать пару моих бутылочек в лучшие бары города. Спасибо.